Пожар произошел в одном из элитных ресторанных комплексов ЭТРАО. ЧП случилось накануне ночью. Возгорание началось на втором этаже здания. Посетители и сотрудники заведения успели вовремя эвакуироваться. Всего в тушении огня задействовали 58 спасателей и 13 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. 21:15. На пульт управления 101 поступил вызов о том, что происходит пожар в караоке-баре. По прибытию на место пожара было установлено, что произошел пожар на общей площади 280 квадратных метров. Значит, ликвидация у нас была 22 часа 40 минут. Помимо этого, в городе загорелось 5 гаражей, расположенных вблизи жилого дома. Пожар удалось полностью ликвидировать. Пострадавших нет, причина устанавливается. Отмечу, с начала года в регионе произошел 221 пожар.